Ну и продолжаем серию авангардных работ Владимира Терехина. Как мы уже говорили, Терехин любит иронизировать. Такой у него есть и авангардные работы сложные, такие глубокие, смысловые, тяжелые, иногда даже такие суровые, жесткие. А здесь абсолютная противоположность. Юморная работа называется «Счастья на всех не хватает». Мне кажется, эта работа в комментарии абсолютно не нуждается. Ну, единственное, что подчеркну, а фон здесь написан вот в абсолютной такой терехинской манере, с набором большого количества разноцветных мазков. Вот этот тот самый нимб, рука. Ну, я просто знаю, что автор писал руку, по сути, такой часть автопортрета, потому что рука, которая использована в этой сюжетной работе, это рука автора.